Ученикам начальных классов 31-й школы Твери вручили новые рюкзаки. Их получили дети из многодетных семей. Всего помощь получили 20 ребят. Тему продолжит наш корреспондент. Приоритетное направление работы депутатов Тверской городской думы – поддержка многодетных семей. Поэтому уже несколько лет существует традиция самым маленьким ученикам дарить школьные рюкзаки. В этот раз дети еще в подарок получили художественную литературу. Сапфир за двух получает портфель, потому что у нее сестренка сегодня, да, прибавила два портфеля. Очень большое. Поддержка детям из многодетных семей необходима на протяжении всего учебного года. В связи с этим депутат Тверской городской думы Илья Холодов выступил с инициативой создания специальных школьных фондов, где будут храниться канцтовары, альбомы для рисования, пластилин. Дети, у родителей которых нет финансовой возможности купить эти товары, смогут всегда взять самое нужное и учиться. Детишки, у их родителей нет возможности, смогут необходимо получать тетради, канцелярские товары. Школа уже подготовила список, и до 1 сентября будет приобретено необходимое количество данных материалов. И дальше, мне кажется, это хороший такой опыт. Ребята были рады новым рюкзакам, а родители, в свою очередь, отметили, что акция является отличным подспорьем для многих многодетных семей в преддверии нового учебного года. Очень нас поддержали. Такие хорошие рюкзачки. Книжечки есть. Ой, большая благодарность. Вот какие книжечки. В завершении встречи Илья Холодов поздравил ребят с наступающим Днем знаний и пожелал, чтобы в школе они только хорошо учились и радовали мам и пап хорошими оценками.